так, то вы, по крайней мере, открываете. Вы что-то открываете. Все жесты открытости привлекают внимание. Давайте это проверим. Итак, у нас свойства. Мы жестикулируем умеренно. Мы делаем открытые жесты. Мы показываем свое благожелательное настроение. Знаете, да, откуда открытые жесты? Ну, как бы показать, что у меня нет в руке никакого предмета. Что делают силовики? Чуть что? Руки на капот или руки вверх. Да? Для того, чтобы было видно, что в руке нет ничего. Если полез за пазуху, зачем-то, да? Сразу на поражение открывается. Да, или еще что-то такое. То есть вы показываете свою открытость. Очень здорово влияет на подсознательное восприятие вас как своего. Он свой, у него камни за пазухой нет. И руки у него, все руки, ну вы знаете, да, далее потратить. Итак, жесты открытости. И, пожалуйста, добавляйте к тому, что вы говорите, описание вещей, о которых вы говорите, визуально. Допустим, когда вы показываете, помните, у нас с вами был такой плакат? Или представьте себе большущий автомобиль. Или, знаете, это маленькое животное. Или вот такое что-то крохотное. А там вот так вот написано. То есть демонстрируйте дополнительно жестами то, что вы говорите. Очень любят публика, аудитория наблюдать то, что вы говорите. Облегчите человеку воспроизведение, визуальную репрезентацию. Облегчите ее. Покажите то, что он должен увидеть. И человек будет воспринимать вас легко. Итак, вы открыты, показываете то, что говорите. Сейчас в этом упражнении можно немножко пошалить. И показывать больше, чем вы это делаете в реальной жизни. Для чего мы это сделаем? Ну, чтобы потом... Среднее выбрать. Совершенно верно, чтобы потом... Чтобы отметить. Чтобы потом те, кто мало совсем жестикулировал, я не жестикулировал вообще, начал бы это делать, и потом нашел какую-то свою среду. Итак, сейчас можно сделать упражнение с небольшим переизбытком жестов, умеренным, вы знаете, и получить обязательно обратную связь от аудитории, с которой вы будете общаться. Это легкое, быстрое упражнение, его мы сделаем в четверках, буквально по минутке в каждую сторону. 4 минуты на упражнение. Поехали!